Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Отто ван Ве или Венюс. Аллегория соблазнов молодости. Холст масла без даты. Фламандец Отто ван Ве был не только живописцем и рисовальщиком, но и поэтом. Работал в Италии, где изучал искусство возрождения. Затем в Брюсселе в качестве придворного живописца Александра фон Реза. В 1592 году переехал в Антверпен, вступил в гильдию Святого Луки. Здесь творец организовал мастерскую, набрал учеников, где самым знаменитым из них был выдающийся представитель и глава фламандской школы живописи Пьер Пауль Рубенс. Представленное полотно является прекрасным образцом его живописного мастерства. Классическое диагональное построение композиции позволяет зрителю безошибочно выделить главную группу. Колорит произведения основан на сочетании различных оттенков розового, желтого, голубого и красного, которые дополняются звучными белыми акцентами. Ну вот такое описание я нашел в интернете к работе Отто ван Ве «Аллегория соблазнов молодости». Все, всем пока! Всем привет, до свидания, смотрим работы. Я пользовался текстом издания «Великие музеи мира». До свидания.